Да, ребят, это фейл. Мы упустили Дрейка. Будь он проклят. Черт возьми. Просто фак. Ой-ё, Дрейк! Фак, мать твою, Ты жив, подонок. Слава богу, я-то думал, что мы тебя упустили, а ты взял и вернулся. Ай, красава. Давай, прилети к нам. Ну, прилети. Дрейк, ты принес? Д. Зыбс. Давай, спускайся, я знаю, ты хочешь. Ну, милый Дрейк. А почему его Дрейк зовут? Потому что с него попадает Дрейк Сворд, а зовут его Хеллкайт Дрейк. Но это за басы, что он не улетел. Я думал, все, кранты. Давай. Чувак, ты запарил. Вылетай оттуда. Резче. Ой, нахуй. Вылетай. Шо, хочешь, чтоб я взял и побежал на тебя? Ой, смотри, у меня щит ходит. Вылетай, сука! Ну! Отлично. Давай, приземляйся. Да не так! Что ты творишь? Дрейк. Дрейк, мать твою! Чувствую, что мне придется фармить на лук. То, что он не собирается выходить. Жопник. Не хочешь выходить? Ну и пошел. Все, я устал. О, я не помню, с этой дырки можно было обойти или он кусаться? О, кстати, отсюда по хвосту можно убить. Ладно, похрен, пойдем. Пойдем фармить ловкость. Пойдем. Вниз. Одно радует, Дрейк вернулся. Это айс. Это отлично. Надо было 2 косаря на 1 единицу. Нужно 2 ловкости. Нужно 4000 душ, а? Ах ты, Дрейк, как ты какашечка. Знаешь, сколько фармить мне до 4000 на этих... На этих... Не знаю. На скелете. Уйди. Так, ну почти на единицу прокачали, да. Зыбысы. Ой, сходим к торговцу, может продадим что-нибудь не нужно. Будет у нас 4 штуки. Хоп-хоп-хоп-хоп. Бэкстеп, не сработало. Уэ. Ух ты ж. Ядрен батон, а? Ладно, сейчас сходим тогда к торговцу. Просто здесь пойдем на темного рыцаря. С него тоже должно нападать душ. Вот ты где в своем уме. Купить предмет, продать предмет, а продать почему нельзя? Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below, and up above there's that humongous. If you stick a. Hey, what? What's the matter? Yeah, beat us.
Так, ну на одной единицу ловкости у нас есть уже. Ой-ой-ой-ой, какие вы буйные. Но еще буйные будут. Да я же спарировал, что же? Почему не сработал? Пофиг на вас. Идем наверх, идем, 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 идем наверх. Все засунь свои бомбы, а? И друга своего прихвати. Ну, что? Ну, что? Давайте вернемся, что ли. Файерлинг Шрайн. Крыса! Оба, на себе что выпало. Человечность. Видали, как повезло? Я даже не люблю вот на выходе такое. Отвали. Отвали. Так, фух, слава богу, вернулись благополучно к файерлинкам. Во-первых, почему? Здесь у меня спаляк сразу 10 штук. А, вопрос, почему здесь спаляк 10 штук, а на других кострах по 5? Потому что их нужно выжигать, чтобы уважать, нужна лишняя человечность. А я с ней так легко не расстанусь. Ой, еще теперь нужно где-то 1500 душ. Ну, если мы сейчас пойдем на темного рыцаря, мы запросто заработаем. Но 15 фпс немного пугает. И уже 30 фпс внезапно. Снова 15. Что-то за лаги с фраксом, компом. Засунь себе бомбу, знаешь, куда? Ух, вот это я не ожидал. Андетбург. Будь ты проклят. Ну, чё?
Опять парирование не сработало. Знал, что меня преследуют предатель. Ну давай, давай, молодой человек. Здравствуйте. Парирование на вас не работает. Будь ты проклят. Забаси. Ах, не вовремя отпустил. Отлично в спину. Спину морает. Вот кто ты? Кто ты без своего болезни? Да никто. Знаете, довольно быстро мы два косаря напарник. Может еще и до рыцаря. Это очень слабо. Ну как, рискнем в кучу побежать? Рискнем. Кто не рискнет? Ох! Ох, это мы нехило так, ребят, рискнули. Нас чуть не прикончили. А ты еще тут употребляешь? Да, шишка. Так, вот мы свои... Два косыря и направим. Наручка. Ну и что? 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 Во, блин! Кооп у вас? Так убить можно, ребят. Я расслабился на них, а? Да даже боссы меня так не ранят, как вы раните. Про Дрейка вообще молчу. О, блин, как я все фляжки-то и выпил. Мы собрали необходимую сумму. Ой, можно спокойно прокачивать ловкость, брать лук и фармить Дрейка на получение очень хорошего оружия. Отлично, новый левел, ловкость плюс one, подтверждение, выйти. Сразу экипируем. Лук, 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 лук. Волк, стрелы, пыщи, ЗБС, идем. Будем надеяться, что он не улетел какой-то нар. Это лично, это вот баянт, вот же заед. Да я слышу, как ты ворчишь. Мне это, кстати, не радует. Что за хрень? Как выйти
в режим прицела. Что за... Блин, еще с... Вот, вот. Отлично. Все, разобрались, вроде. А как выйти? Раз, раз, все. Отлично. Сейчас все будет. Сейчас все будет. О, это молодой человек за нами идет. Идет. Ну зачем? Че же Дрейка вон разыскиваешь? Тебе это надо? А? Надо тебе. Ну все, кранты. Кто это в меня стреляет? Кого он лупит-то? А, это он в меня пытается попасть? Ну, удачи ему. Так, почему прицел не работает? А, во, все, разобрались. Где твой хвост, грёбаный? Ой, ой! Спасибо, Дрейк, что их убил. Возвращаемся к тебе. Стоп, это в меня кто-то всадил? Это не айс. Дрейк, ты что, приземлился? Ты не приземлялся, когда я здесь. Я не приземлялся. Слушай, надо этого лучника съесть, его не ревнист. Но у нас уже стрел мало. Так, юбич. Что, в забор попал? Что за система тупая на PC? Охренеть. Стрелы в расход. Ай, Дрейк, уйди. Так, я думал, должен на конь пройти, разве нет? Странный ты, Дрейк. Того снайпера грёбаный. Меня сейчас грохнут так. Мне это вообще не понравилось. Офигеть. Вот это правило написано. Какой-то грёбаный скелет, какой-то снайпер. Слушайте, он не портится, всю тактику. Дрейк, жарик. Почему ты передумал? Ты приземлился! Черт возьми! Как не вовремя. Молодой человек. Уйдите. Может, чтобы я с тобой в маньяка сыграл? Ну иди сюда, давай, ну, смелей. Вот это трындец. Вот. Не ожидал, что все пойдет через жопу. Не знаю, может мой метод только на консоли отработал. Пока
пока его не хватилось. Знаете, давайте рискнем, раз он вроде как приземляется к нам. То мы возьмем топорик. Ох ты! А может и не. Жопка, мы сдохли. Вот это подстава.